пойдем в район Бейглу. Он находится на другой стороне Золотого Рога. Это европейская часть Стамбула. Это чайки. Мы собираемся там позавтракать и провести, собственно, весь день, потому что там можно много бродить по переулочкам, по рыбным рынкам, по всяким магазинчикам и так далее. Вот. Вот. Все? Давай сейчас мы идем уже завтракать. Аврора! Сегодня у нас следующий эксперимент с завтраком. Мы уже переместились в другую сторону, причем мы ехали очень ужасно голодные, поднимались в гору ужасно голодные. Сейчас мы заказали тост, заказали омлет. Тост 13 лир, омлет 12 лир, капучино и сок гранатовый. Вот, посмотрим. Мы сказали не это. Да, ну так вот. Посмотрим, во что это выльется сегодня. Так, первый тест. Нам принесли кофе. Кофе, ну, на троечку. Ну, не густо. Представляет? Вообще. Ну, такой тост с сыром. И все? Все. Так с сыром? Не то, что с сыром. Не густо. Завтраками реально здесь какая-то epic fail. И мы еще пойдем дальше гулять. Завтракать нужно раньше. Пришли к Галатской башне, сейчас тут километровая очередь. Засекаем 11:43. Интересно, во сколько мы туда войдем. А тем временем прошел уже час, как мы стояли в эту очередь. 45 минут. Ну, практически, да. Но мы почти уже на месте. Пошли. Сколько времени? Я думаю, часа два на то, чтобы поставить в этой очереди, на то, чтобы подняться и обойти сквозь толпы китайцев по панорамной площадке. Это реально челлендж какой-то, сделать какую-то хорошую фотографию, какие-то хорошие кадры оттуда сверху, потому что ну реально тебе нужно тебе такой впихнуться между несколькими толпами. Протечь.
Простейший так вот между ними. Но мы как-то специально... И как будто там стоишь один с красивым видом. Господи. Вот. Вот. И среди сотни китайцев сделать вид, как что-то там один и наблюдаешься прекрасным видом, довольно проблематично. Но возможно. Но возможно, и реально не сами подкипайте с этим всем потоком, а останавливайтесь и просто наблюдайте. Вы заплатили в конце концов за это деньги, и, ну, как бы не маленькие в принципе, да? И ну и наслаждайтесь панорамой города. Да. Приходите лучше к 9 утра, прям к открытию, чтобы не было такого потока туристов. На самом деле их наверху не так много, но очень двигаться медленно, потому что маленькие лифты и очень понемногу спускают людей, чтобы там не было столпотворения. Поэтому приходите, пока все спят. Сегодня мы гуляем в районе Бейгу, и в принципе здесь можно потратить весь день, потому что вокруг Галатской башни десятки потрясающих улочек, переулков, где есть сортовые магазины, кафешки, всякие кожевенческие мастерские, где вы можете вот купить всякие вот хендмейд, очень крутые модные вещи, попробовать кофе из разных стран мира, не только турецкий, наесться сладостей. Поэтому приезжайте обязательно в район Бейгу и берите туда побольше денег, потому что здесь их хочется тратить и тратить и тратить. Желе. Ну, вот по консистенции именно. Ну, это грабеж средь бела дня. Ну, ты сделала 20 лир. Ты сделала это. Ну, 20. Ну, ты сделала. Ну, камон. Оно от этого не такое вкусное, от того, что у нас 20 лир. Ну, правда. Не, ну, ладно, гештальт закрыт. Дан, мороженое, пойдем. Мы добрались до рыбного рынка. Что еще делать здесь, в этом районе? Это, конечно же, кушать. Тут очень много всего вкусного. Сегодня, правда, очень много народу, потому что суббота. Но также спокойненько. Вот вчера мы приезжали, было классно. Пойдемте попробуем наконец-то рыбку, мидии, все самое вкусное. Трамвай.
тот самый красный трамвайчик, который идет по улице Истикляль. И вроде бы он останавливается здесь. Но мы сидим уже минут 10 и ждем. Я не знаю, сколько он стоит, правда. Baby, what went wrong? The sun comes up, I wake up and you're gone. You left me on my own. So long. Нет, аккуратно. А, ну что, прокатились немножко на трамвайчике. И прикольно на нем ездить по шри-ланкийски, то бишь с ветерком снаружи. Потому что платить ни за что не надо, едет он медленно. И, ну, в принципе, ничего такого, развлечения, чего и нет. Но когда он только-только трогается, кажется, что он сейчас поедет просто очень быстро. У меня сердце так заколотилось. Но так он, на самом деле, вальяжно едет вдоль Истикляль. Все тебя фоткают, чувствуешь себя практически звездой. Но мне понравилось. Ага. А еще мне понравилось очень бегать. А тебе что понравилось? Мне очень понравилось бегать за трамвайкой. Просто жизнь блогера. Я вам сейчас расскажу. Полчаса сначала стоите и ждете трамвай на... Там есть остановка единственная, которая обозначена здесь. Жарко, душно, хочется пить, но сидишь. Потом, когда трамвайщик, чтобы уж точно поймать кадры, то так себе. Ты постоянно за ним бежишь, это потрясающе. Надя вообще герой, она за ним неслась из последних сил. Все, все. Программа Макса выполнена. Давай пить у него. Опа. Друзья, мы не можем вам не рассказать об одном местечке, которое нам просто запало в душу. Хотя мы не ожидали, зашли сюда просто потому, что первый вечер мы были уставшие, это рядом с нашим отелем, это прямо в центре, и не ожидали ничего сверхъестественного. Но мы сюда пришли уже второй раз, и, казалось бы, это место в самом туристическом месте Стамбула, где, по сути, ну, мало таких, ну, живых каких-то заведений. Чаще всего там работают просто на потоковые туристы, и ничего там интересного нет. Но здесь местечко буквально за Султан Ахметом. Называется Cozy Garden. Маленький ресторанчик, но здесь какой-то потрясающий персонал. И здесь как-то они это делают, действительно, с душой. Очень вкусно готовят, и мы, как ни придем, мы просто не можем здесь не улыбаться. И плюс ко всему, нас всегда здесь угощают чаем, нас всегда угощают здесь сладостями, и это не включает счет. И это вообще нетипично, на самом деле, для турков, но не пожалейте и загляните сюда. Конечно, цены здесь туристические, но оно того стоит. Здесь очень приятно, очень атмосферно и очень радушные, гостеприимчивые хозяева. Ну а мы покушали, попили чая, попили кофе, и после такого насыщенного дня наконец-то идем домой отдыхать, спать, делать фотографии для вас. Доброй ночи!